Лекцию сегодня прочитал и глава региона. Только советы Алексея Русских давал не школьникам, а студентам. Встреча прошла в политехе. Максим Бажанов продолжит. Открытие марафона знаний в Ульяновской области за Алексеем Русских. Губернатор встретился со студентами ОЛГТУ и не случайно выбор пал именно на технарей. Он с ними, так сказать, одной крови – выпускник Бауманки. Глава региона, как никто другой, знает, какие преграды ждут технаря на студенческом пути. И самое главное – как их преодолеть. Я бы посоветовал прямо с первого дня здесь пребывания взять себя в жесткие руки, поставить на собой жесткий контроль. Каждый должен отдавать себе отчет, что ваша главная сейчас задача – это получить образование, получить знания, которые вам просто необходимы будут в дальнейшей жизни. Они будут не просто необходимы, но и востребованы, особенно в регионе, подчеркнул Алексей Русских. Промышленность в Ульяновской области развивается и требует новые квалифицированные кадры. Также губернатор поделился с ребятами своим видением, за кем будущее страны. Это специалисты сферы IT, композитов и строительства. Понравилось то, что он сделал акцент на заводах, на то, что сейчас на заводах производят, то, что у заводов, которые сейчас находятся в Ульяновске, есть крупный план на много-много лет вперед. То есть, в принципе, рабочая сила будет востребована еще на долгое время. Он рассказал о своем пути, о том, как он пришел к своей профессии, как он обучался в университете. Настрой на учебу у меня появился. Дополнительной мотивацией учиться для студентов станет первоклассное оснащение вуза. Лаборатории и аудитории университета укомплектованы всем необходимым оборудованием для получения современных знаний. В этом году, например, открылся целый ряд новых лабораторий. Это совершенно новые направления, связанные с технологией материалов, с технологией композитов, с математическим моделированием. Это новые дисплейные классы, в том числе основанные на суперкомпьютерных вычислениях. Завершил свою лекцию Алексей Русских пожеланием для студентов – не ограничивать себя только учебой, а завести хобби и обязательно находить на него время. Это важно для эмоциональной разгрузки и хорошего настроения. Стоит отметить, на лекции губернатора акция не заканчивается. Делиться опытом и знаниями в регионе спикеры будут целую неделю – до 9 сентября на 140 площадках области. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести, Ульяновск.